На самом деле я ангел, вы горите в этом. Чуть-чуть вылетели из эфира. Вот чуть-чуть буквально. Вот, вот прям вот. Да, просто я только, понимаете. А на какой секунде? 33 было. 33, да? И, нахуй, да. Я прям, понимаете, мой пальчик уже такой пиу, летел на завершение, летит такой, летит. Хуяк, вылетело! Да ладно! Да ладно! Такого быть не может! Да, Ритка, говорю, да что ты переживаешь? У меня тренировки так несколько раз вылетали. Говорю, что мы тут всего лишь разговаривали? А я, говорю, 30 минут херачила. Ну это столько драгоценных вопросов, столько драгоценных ответов было на самом деле. Можно столько внимания, блядь, столько внимания. Столько любви. Столько любви. А ее, понимаете, ее взяли и стерли в пух и прах. Вас уже было поймать. Понимаете, стерли в пух и прах. Сука, блядь. Я представляю, что вы там слышали. Люш с твоей бабой. Не успели сохранить. Чё не успели? Сука. Эй, блядь. О, не. Вот, хорошо, хоть пиво есть. На, остынь. Блядь, аж взбот меня вскинуло. Меня прям это бесит. Там знаете, как получается? Там не сохранить. Там дело в том, что такое сообщение. Инстаграм приостановлен. Перезагрузите приложение. Все, то есть там нечего сохранять. Перезагрузите приложение. Нахуй идите. Барбара Стрейзанд. Пишу. Видишь, и тебя это застигло. Ты пишешь. И в никуда пишешь. В никуда! А могла бы писать ведь нам, понимаешь? А мы могли бы ведь ответить. Подожди, шлюхи. Где шлюхи? Я просто не пойму, кому это, к тебе? Я думала, мы шлюхи. Ну, мы шлюхи, только я не пойму, почему. А почему, ребят? Кто там написал? Кузнецова. Что это было за выражение? А, да нет, не вы шлюхи. Тут же это абстрактно идет обращение, то, что вылетел Инстаграм. Да вы чего на себя берете? Тащите, я тоже думала, что мы шлюхи. Вы подумали, что вы шлюхи, а мы подумали, что мы шлюхи. Короче, мы все шлюхи. Вы орали. Мы орали. А как тут не орать-то, блядь? Как тут, блядь, не орать-то? Скажи мне. Так потому что вылетел из Инстаграм, конечно, раздражает. Вы понимаете, потому что... Матаешь, да? Да не вы, шлюхи. А шлюхи кто выкинул из прямого? А вы сейчас... А я сейчас сижу и понимаю, что это про нас сказали, что мы... Мы-то не помним, что мы... Мы вообще ничего не помним, когда эфир выкинуло, у нас сразу же просто амнезия наступила, блядь. Просто, знаете, состояние шокового эффекта. Не помню последние 15 секунд. Не, ладно того. Ладно того эфир. Мы же говорим. У меня то же самое. Я сижу и кричу: суки, блядь, твари. А кто суки, твари? Я не знаю, просто. Просто суки, твари, а я шлюхи, пидорасы. Просто обращение в никуда. Да, понимаете, это просто, блядь, полетело. Да мы же, получается, мы же не знаем, что вы слышите. Да, а слушай, когда перезагружение идет, что идет еще эфир? Ну, видимо, получается. Да. Слушайте, подождите. Сколько секунд вы слышали? Да, сколько. Расскажите, сколько до секунд вы слышали? Ну, хотя бы знать. Ну, хотя бы что-нибудь. Про питание-то в марафоне. Девочки, я еще раз напоминаю, что инструктаж я буду проводить по питанию, разбору питания, и будем записывать с вами все за день до старта. Я обязательно выложу пост. Там реально концовка. Я надеюсь, что еще не надо. Все, я думаю, на этой чудесной ноте надо прощаться. Да, все, давайте, девчонки. Давай, мальчики, добавляй. У Ритки сейчас инсульт, инфаркт, мгновенная смерть. Инсульт, нахуй, просто у меня просто обширный инфаркт сейчас случился, сука. Я бегу из туалета попрощаться. А я-то тебя ждала, чтобы попрощаться. Я рожей вот так прыгаю, а там ты что, табличка, блядь. А я еще думаю, не буду-ка я выходить из прямого... Секунду.
А я еще думаю, не буду выходить сейчас прямого эфира, сейчас Марочка прибежит, и мы вместе попрощаемся. А думаю, некрасиво прощаться без нее, как бы, и начинаю ее ждать. Но уже хотелось, у меня интуиция, у меня прям жопа очко сжималась, думала, пора завершать, ну дождусь, думаю, и она тут бежит, и у меня палец уже, понимаете, замедленный день, Мария бежит, и у меня палец она тянется, бля. Студись уже. Так и скажи, заткнись, тварь. Нет, я сама переживала, потому что мы с тобой так здорово поговорили. Ну, нет, ну, нормально же общались. Хотя прямой эфир записали, слава богу. Ага. Вот, ну все, солнышки. Ну да. Всем. И такие уже в конце. Ну все, как бы да. Такие уже. Не, подожди, хоть напомни, что мы завтра встречаемся. А, ну да, давай. В 14:00 на ВДНХ, около Макдональдса. Тот Макдональдс, который на территории ВДНХ, около главного входа. Заходите, и с правой стороны Макдональдс. Вон там встречаемся мы. Поверьте, мимо не пройдете. Если вдруг вы решили, что вы нас не найдете, ищите. Ну, это если вдруг. Да, ищите там, где много людей. И там, где шумно. Идите. Знаете, как мне мама говорила, я всегда спрашиваю, когда полетела в Турцию, я говорю, мам, блин, а как понять, куда идти в Турции? Там же все на турецком, мне же непонятно, куда идти. Мама говорит, ты иди за толпой, куда люди идут? И ты туда иди. Так же вы вышли. Туда, куда все идут, туда и вы идите. Прихватите с собой, хотя я думаю, там есть глинтвейн, где купить, на всякий случай прихватите, мы около Макдака, поэтому там есть чай и кофе, туалет, поэтому такая точка локации. Пивасика прихватите, я буду его пить по-любому. Вы его прихватите тепленький, чтобы оно остыло, пока дойдете, чтобы не замерзло, а остыло. Все, всем пока. Все, всем пока, сладких снов. Спасибо, что были в эфире.